Привет, в сегодняшнем ролике 70 игроков повторили одну из самых масштабных битв Первой мировой — битву на Соме. Британцы и французы тогда наступали, поэтому они развернули кучу артиллерии, самолетов, пригнали впервые танки. Да, они тогда были вот такими, этого еще не видели их скорость. И тогда британцам и французам, потеряв всего 600 тысяч человек, удалось занять территорию в 10 километров. Ну и наши игроки как раз будут играть за немцев и ощутят на себе всю мощь армии от Данте. Ну а пока они готовятся, вы можете поддержать ролик лайка, потому что арма очень трудно продвигается ютубом, и заранее вам за это Так прошел еще один день битвы на Соме. Британцы и французы наступали, поэтому немецкому командованию пришлось подводить резервы. Ну а резервы к 1916 году были пополнены нашими игроками. Поэтому уже на старте кто-то решил сдаться. Так, парни, а что мы вообще обороняемся за пустошь просто? Там вообще есть смысл сражаться за эту землю? А, может сразу оружие, просто туда бежим. Солдаты, идиоты и дебилы решили не воевать и попасть в госпиталь, побив друг друга. Я его вырубил! Блин, сори, браток, не сильно ударил. Но их переплюнул еще один гений по имени Адекватыч, который выстрелил себе в ногу. Ну а некоторые просто решили прикинуться тупицами. Здесь строимся и ждем команды. Как строится? А это я вообще комментировать не собираюсь. А у нас есть возможность отомстить британцам и французам за битву под Верденом. И пока командир проводил инструктаж, как выжить на Соме больше одной минуты, начался еще один обстрел. Бункер, туда! Ступная земля! И солдаты пытаются прорваться к складам, чтобы взять патроны. Но их здесь настолько много, что никто ничего не успевает взять, и начинается паника. Мне нужны патроны для пулемета. У меня пулемет есть, патроны нет. И вот медик Пузырь пробегает всего пару метров, а тут уже валяются раненые. Кого? Сейчас помогу мне, врач. Он вылез посмотреть. Также его просит помочь другим. Там многие из наших остались сзади, там где кучу разбирали. Винтуйте раненых, сука. Попы на живых. Ну а в другом окопе бойцы вообще застряли и не могут разойтись. И пока солдаты второго отделения пытаются организоваться на оборону, какие-то бойцы прячутся в туалете. Ну а британцы уже в соседней линии окопов, и нужно приступать к обороне. Но немецкая пехота не может сдержать британцев, они прикрывают свое наступление артиллерией. И на время никто не может вести бой, британцы приближаются, ну а нас продолжают засыпать артиллерией. И только когда обстрел закончился, удается занять позиции, противник уже близко. Скорее, готовьтесь, готовьтесь. Смотрите, там бронемашина. А в это же время в соседних окопах солдат из отделения дебилов ударился головой об окоп. Что произошло? Я врезался в стенку и потерял сознание. А потом ему сообщили еще одну радостную новость. Близ медицина, она подлетела и взорвалась. Очень жаль. И пока солдаты Пузырь и идиот пытались понять, с кем они воюют. Кто стреляет? Я не вижу даже никого. Даже, блин, пулемет-то деть, а. Ярих Пузырь. Да я не вижу никого. Прямо рядом медик Красный Барон залетел из окопа. Также на позициях отделения дебилов новая сложная задача. Какой-то солдат выкинул пулемет за позицию, его нужно достать под обстрелом. Пробуй его издалека схватить. И только бойцы успели справиться с этим заданием, как тут прибежал командир, и прямо перед ним солдат провалился под окоп. У нас подземные войска появились. Я не знаю, чем лопаты дали. Его тоже пришлось доставать. Также к отделению дебилов пришел главнокомандующий, чтобы спросить о ситуации. Какая ситуация? И дальше какой-то медик сжигает последний ящик с медициной. Что это? Улетело что-то?
медикаменты сломали, сука. Суки. Но тут обстрел усиливается, и солдаты пытаются сдерживать британцев. Бункер умер, бункер взорвался. Что произошло? Правый, ложитесь. И вот на спасение приходит пулеметчик скорострелов, но он закидывает пулемет обратно. А солдаты, идиот и дебил, нашли еще одного бойца под именем Придурок, и они устроили между собой бои. Да и вообще, у нас тут бойцовский клуб. Если ты не пройдешь отбор, мы тебя сейчас облюбить не мочим. И они переворачивают единственный бункер на позиции. Дальше боец решил украсть пулемет. Пулемет, толкай, пулемет четвертого отделения. Не-не-не. Это наш пулемет. Оставь пулемет. А еще британцы применили авиацию. Что-то там шоу. И внезапно перед нашими окопами появляются британские танки. Они уже близко. Командир, я не знаю, что такое танк. Кто такой танк? Дайте посмотреть. Ой. Там что-то едет. Трактор. А трактор какой-то едет. Он едет. Разворачивается под правым углом. Он сейчас нас сейчас выстрелит. Командир там. И второе отделение на первой линии не выдержит и начинает штыковую атаку на наступающих британцев. Падает от пулемета, кто-то от артиллерийского снаряда, но наступление продолжается. А в это время на позициях солдат Пузырь пытается запросить помощь у других отделений. Я пришел из третьего отделения, там танки наступают, едут пушки, взрывают. А в ответ его засыпают снарядами. А эти с дороги. Да, на походу. Отходите, парни. Быстрее вставай. Постепенно артиллерия выдавливает наших солдат с позиции, они еле как укрываются от обстрела. Ложись, от обстрела, ложись. Ай, блядь. У нас потери! И солдат Пузырь в шоке. А за чего мы воюем? А он за что воюет? Черный за что воюет? За какую? И дальше немецкий агитатор капитан говна пытается вдохновить солдат сражаться. Мы величайшая империя в этом мире. Что вы тут забыли? А второе отделение в это время уже занимает британские окопы спереди. Они собираются контратаковать дальше. Пусток готов. Все? И пока второе отделение еле как ведет бои с британцами, остальные сидят в обороне, и командир не отдает приказ на наступление. Почему вы просто сидите в окопе? Нам нужно наступать, нам нужно разбить этих британцев. Иди, вот командир, он сказал отступать в дом. Это не мой командир. Мой командир, он сейчас мертв, и поэтому переходит под мой командование. Он хочет предать нашу Германию. Я хочу спасти вашу жизнь. Он предает, он предатель страны. Я согласен, убивать, он дезертир. Пусть он идет в атаку. И Пузырь сам побежал в атаку, чтобы попытаться спасти второе отделение, он их находит. Но потом британец прибил его лопатой. И тут солдаты замечают, что британцы идут в штыковую атаку. Их большее отделение нужно срочно отступать. В спину захуярили. И их решил прикрыть пулеметчик скорострелом. Благодаря пулеметчику скорострелу британцев удалось сдержать. Но второе отделение продолжает вести бой в окопах. Сил уже нет, и тут к ним пытаются прорваться все отделения из окопов.
вперед! Разлетели. Его ранили! Его ранили! И вот солдаты, дебилы, идиоты, придурок тоже бросились в атаку. Но их накрывает один снаряд. Вставай, вставай, в атаку идем. Я встал. Отступаем. Меня ранили. Пулемет по нам стреляет. Нет, там танк стоит. Мужик. И те, кому удалось пробиться ко второму отделению, попали в окружение. Британцы отбили все окопы, и наше отделение не знали, что делать. Но тут появляется солдат, который дотащил до отделения орудия. Теперь можно вести бой. Орудие, орудие появилось у нас. Я про отделение. И командир Банан принял решение занять круговую оборону и сдерживать британцев и французов. И нашим бойцам каким-то образом удается подорвать танк, и британцы временно остановили атаку, и командир Банан принимает решение об отступлении. Отступай, Курлёк, отступай на восток. Вот такая у нас получилась битва за Сому. Ребята, как и всегда, нужна ваша поддержка лайком и комментарием, потому что Арма очень трудно продвигается ютубом в рекомендации. Ну а на этом все, я напоминаю, что вы можете поддержать ролик лайком, а канал подпиской. Также не забывайте писать свои идеи для следующих битв в комментариях. Спасибо.